Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такой красивый Volkswagen Tiguan 2013 года. Автомобиль оснащен двигателем 2 литра на автомате. У автомобиля всего лишь один владелец, комплектация Sochi Edition по технической части без каких-либо нареканий. Давайте заглянем в салон автомобиля. Здесь вы можете заметить идеальное состояние дверных карт, сидений. В принципе, салон в идеальном состоянии. В передней части автомобиля у нас все так же замечательно. Дверные карты, кнопки, пластик, сиденье, руль, все как новое. У автомобиля пробег всего лишь 80 тысяч километров. В комплектацию у нас входит двухзонный климат-контроль, штатная мультимедиа с навигацией, курсовая устойчивость, коробка автомат, электроручник, кнопка автохолд. Имеется два комплекта ключей, мультируль, кожаная оплетка руля, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, полный электростеклопакет. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно. По приборной панели пробег составляет 79 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот замечательный красивый автомобиль, приезжайте к нам в автосалон столица, он находится на Песочной 48, записывайтесь на тест-драйв. Здесь можно приобрести любой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.